Всем привет-привет! Сегодня мы очередной раз готовим и готовим с моей кухни. Буду гречку с овощами готовить. Гречка у меня одна чашка. Из овощей у меня идет один кабачок, два баклажана и морковка. А вы можете взять все, что вы хотите. Гречка и сезонные овощи, витамины, минералы. В новом рецепте от видеоблогера Умы одна сплошная польза. Если потом подать к столу зеленью и соусом, будет еще и очень красиво. Но сам блогер этого не увидит. Ума Ибрагимова тотально незрячая, то есть абсолютно ничего не видит. Вот не поверите, до потери зрения я терпеть не могла стоять у плиты. В прошлом спортсменка, Ума готовила очень редко. Начала уже потеряв зрение. Много времени стала проводить дома. Уверенности в себе придала неожиданная похвала знакомой. Это ты сама приготовила? Я говорю, да, кто у меня будет готовить? Ой, так вкусно. Вот, наверное, вот это вот волшебное слово. Ой, как вкусно. Отдавай это, отдавай. И пошло. Свой блог Ума начала вести, чтобы рассказать о жизни незрячего человека в обычном городе. Иногда разбавляла рецептами. Подписчикам понравилось. Сейчас больше 1000 человек ждут ее кулинарных советов. Вот тут у меня соевый соус, кунжут, уксус, вода и солод. В холодильнике, как и на каждой полке, абсолютный порядок. Для незрячего человека это возможность быстро ориентироваться в пространстве. Чистоту Ума поддерживает сама. Все подготовительные работы тоже. Например, очищенная поверхность овоща тактильно отличается от его кожуры. Если человек захочет, он может до мельчайших частей ощущать все, что он делает. Имеет запах, имеет вкус, имеет текстуру. Натираем в ладошках. И вот так добавляю. Естественно, куда же без перца? Свежемолотого. Нажимаем меню, то есть сейчас справа четвертая кнопка. Выбрать программу для мультиварки помогает звуковой сигнал. В мечтах хозяйки новая кухня и умные кухонные приборы. Они заметно облегчают жизнь людям без зрения. Но главное, по словам Умы, это у меня не на глаз, а интуитивно чувствовать баланс продуктов и желание радовать окружающих. Готовьте с любовью, готовьте для близких, готовьте для друзей. Всем хорошего дня, всем пока-пока. Ольга Митрофанова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова, область новостей. Невкусно.